Вопрос возвращения прежнего названия городу Алматы активно обсуждается в обществе. Сегодня в Астане по этому поводу высказались бывшие и нынешние депутаты парламента. Напомню, ономастический спор возник после заявления заместителя акима Южной столицы Серика Сейдуманова. В минувший понедельник на пресс-ланче он, можно сказать, огорошил публику, сообщив, что главному мегаполису республики нужно вернуть прежнее название – Алма-Ата. Мол, звучит оно лучше и склоняется тоже. А потом и вовсе выдал сенсацию. Оказывается, когда писали конституцию, название города написали на двух языках Алматы, никого не спрашивая. Это сообщение взорвало Казнет настолько, что казахстанцы разделились на два лагеря. К хору противников сегодня присоединились отдельные парламентарии, которых удалось опросить столичным корреспондентам. Оно, во-первых, неправильно с точки зрения лингвистического. Во-вторых, не надо нам тратить деньги на это. Вот огромные средства опять пойдут для того, чтобы переименовать город, название многих документов. Это затратная вещь. У нас сейчас и так и хватает, куда необходимо эти деньги. Если есть какая-то историческая необходимость, если есть какая-то на самом деле потребность людская, то, конечно, почему бы и нет. Но если этой потребности нет, если люди привыкли. Вот, допустим, уже все привыкли называть Алмату, да, Алматы. И, в принципе, даже как бы, да, в принципе, даже я сама, хотя я говорю, что мне это привычно моему слуху, но, тем не менее, я уже за определенное количество лет все-таки я к этому привыкла.